Вы на канале «Удивительный мир игрушек». Сегодня распакуем вот такие вот свитбоксы серии «Звездные войны». У себя на полке я случайным образом нашел вот такие вот две фигурки. Очень похоже, что они из этой серии, но не уверен. Честно, я даже не знаю, откуда они у меня взялись. Просто обратил внимание, но у меня уже вот такие вот есть. У меня есть Чубака и Си-3PO. Не Зора читается, а Си-3PO. Ну, кто смотрел «Звездные войны», тот в курсе. Давайте приступим к распаковке. Посмотрим, что у нас. Здесь у нас представлено 6 фигурок. Две у меня есть, но не уверен, что она из этой вот прям вот такого вот размера. Ну, давайте вскроем и посмотрим. Так, у нас здесь, как обычно, вкусный мармелад. Так, отложим, потом съедим. Так, и давайте, первый пакетик. Что же у нас здесь с вами попалось? Итак, ух ты. Ну, а, кстати, может быть, и тоже. Так, у нас попался штурмовик. Такой вот белый. Сделан достаточно красиво. Да, скорее всего, наверное, из этой серии. Ну, будет, значит, у нас запас. Вдруг, если что... Давайте ставить. Так, это у меня было с полки взято, а это у нас с вами попалось. Итак, продолжаем дальше. Следующая коробка номер 2. Опять вкусный мармелад. И пакетики. Что же у нас здесь с вами попалось? Так, вы не поверите, у нас снова еще один второй штурмовик. Здесь к нему еще дается... Такая вот картинка. Это солдат элитного ударного отряда, фантастически преданный Галактической империи, штурмовик, известный воинским послушанием и непоколебимой дружбой с императором. Их белые доспехи оснащены оборудованием для выживания, чтобы солдаты могли сражаться в любой обстановке. А вот здесь у нас представлена вся серия. Так, итак, у нас уже два штурмовика, две фигурки. Это с моей полки. Давайте посмотрим дальше, кто нам будет попадаться. Так, третья коробка у нас. Так, что же здесь у нас такой? Как-то не знаю по фигуре. Опа, нет, это не штурмовик. Это у нас магистр Йода. Вот такой вот. Красавец, магистр Йода. Чем-то похож на тролля. Так, смотрим дальше. Это мы открыли 3, осталось у нас 7. Так, еще один мастер Йода попался. Магистр Йода. То есть они у нас подряд попадаются. Давайте почитаем про Йоду. Йода – верховный магистр Совета джедаев, мудрый и опытен. Йода – строгий наставник с чувством юмора. Много медитирует, размышляет над тайными силами, видит распад Галактической Республики и превращение Ордена джедаев из миротворцев в боевых командиров. При необходимости берется за световой меч, становится ловким воином. Такой вот красивый Йода у нас. Так, а каких у нас не хватает? У нас не хватает робота, не хватает Дарт Вейдера. Так, ну, остальные у меня вроде как бы есть. Ну, давайте посмотрим, такие же они или нет. Итак, у нас пятая коробка. Какие-то прям большие такие громоздкие. Ух ты! А это у нас кто? А это у нас R2-D2. Это насколько я помню, это астромеханический дроид. Хочется прям андроидом его назвать, но нет. Это именно дроид. Так, он сделан красиво. Так, руки у него ничего не вертятся. Почему он стоит? Так, посмотрим картинку. Такой вот робот. Находчивый дроид астромеханик R2-D2, надежный помощник Люка Скайуокера, опытный механик звездолетов, дружит с дроидом C-3PO, правильнее будет сказать, R2-D2 ни разу
Не раз приходилось вытаскивать своих друзей из серьезных передряг. Несмотря на маленький рост, он несет весомый вклад в борьбу за восстановление мира в галактике. Вот такой вот смышленый робот. Так. Итак, у нас шестая коробочка. Не удивлюсь, если попадется снова он. Как-то они идут у нас парно. Да. И опять снова он. В общем, получается, насколько я правильно понимаю, либо мне так везет, что в коробке идут они попарно. Я взял запечатанную коробку, поэтому... Хотя, может быть, мне просто так повезло. Потому что все другие свитбоксы, которые я распаковывал, там все-таки было в хаотичном порядке. Так не было. Ну так, у нас с вами переходим дальше. И, опа, Чубакка. Давайте посмотрим, сравним. Да, вы знаете, один в один. Просто, может быть, чуть-чуть окрас другой. А так, такая же фигурка. Да, видно, она действительно из свитбокса. Просто я не помню, откуда она у меня взялась на полке. В общем, такой вот Чубакка. Тоже попался. Так, отложим мои фигурки. И давайте прочитаем картинку. Вот он, какой он грозный здесь у нас. Герой из расы Вуки. Невероятно силен и предан. Хорошо известен в преступном мире и альянсе повстанцев. Очень мудр, владеет исключительно навыками пилотирования и ремонта звездолетов. Такой вот Чубакка. Так, ну, я думаю, наверное, на 100% в этой коробке тоже Чубакка. Но мы ее все равно с вами откроем и посмотрим, точно ли Чубакка. Да, точно, вот такая вот у меня волшебная распаковка, всех по два. А точнее, даже у меня еще C-3PO есть. И так, достаем последние два свитбокса. Я думаю, здесь у нас с вами попадутся, точнее, вот этот... Золотой робот C-3PO. Ну, давайте посмотрим. Удивлюсь, если не он будет. Вы не поверите. Это Чубакка. Опять Чубакка. Так. А где же должен попасться C-3PO? Нет, ребят, я ошибся. Все-таки не парно. А это мне так повезло. Так, ну-ка. А в этой C-3PO попадется? Это последний. Десятая. У меня с бумажки нету. Надо, чтобы... Опа! Кто это вылез? Не, ребята, посмотрите. В общем, кто у нас победил? Чубакка и R2-D2. Вот это да. Но, благодаря моей волшебной полочке, у меня есть C-3PO и получается полная коллекция. Так, вот так, вот так, вот так. Вот, а это у нас лишнее. В общем, вот в таких свитбоксах попадается вот такая вот коллекция. Фигурки достаточно массивные такие, сделаны увесисто, хотя вот, хотя нет, они в принципе плюс-минус одинаково где-то весят. Вот такая вот серия у нас с вами. И попались у нас повторные. Три Чубакки, три R2-D2, Магистр Йода 2 и Штурмовика 2. А он, к сожалению, не попался. Ну, ничего. У меня он оказался на полке. Такая вот интересная серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.